Привет, сегодня мы будем рисовать к 9 мая. Сначала берем стаканчик или любой, чтобы обвести нам сделать круг. Я вот взяла стаканчик. Вы можете взять, что у вас есть, можете циркулем нарисовать. А можете так сами просто нарисовать. Дальше. Делаем здесь точки. Сверху. Здесь одну, здесь одну. И вот здесь по краям две. Ребята, подписывайтесь. Да, и рисуем. Вот отсюда вот проводим линию. Вот соединяем с этой точкой. Далее вот отсюда проводим линию и соединяем вот с этой точкой. Далее вот отсюда проводим линию, соединяем вот с этой вот точкой. Далее вот отсюда проводим, вот из этой точки соединяем с этой точкой. Теперь вот эта точка соединяться вот с этой. И далее вниз ведем, соединяем с этой. Теперь вот отсюда рисуем вниз линию. Сюда. Теперь вот отсюда вот делаем линию сюда вниз. И соответственно вот отсюда вот рисуем сюда линию. Теперь вот, вот от этой линии через середину вот здесь вот проводим к этому краю. Вот к этому краю ведем. Теперь стираем ненужные линии. Вот так у нас получилось. Закрашиваем. Теперь у меня будет звезда красного цвета. Вот так у меня получилось. Будем писать 9 мая цифры. И разукрашиваем ее. Пишем теперь мая.
и разукрашиваю. И разукрашиваю. Thank you.
и разукрашиваем теперь. Листочки красивые, зеленые. Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, спасибо вам, с праздником, с Днем Победы, всех поздравляю!